Здравствуйте, друзья! Зовут меня Дмитрий, я вас приветствую на канале «Сельская жизнь». Часто меня спрашивают, бываете ли вы на выставках птицы. Я всегда отвечаю, что я не бываю, не вывожу свою птицу. Сегодня у меня получилась возможность приехать на выставку. Да, я не вывожу свою птицу и не вывожу. Если вам интересна моя птица, вы можете посмотреть на моем канале, нажав сейчас под видео на слово «Сельская жизнь», там увидите плейлисты, где будут птица, утки, куры. Вы можете посмотреть и полюбоваться моей птицей, посмотреть, какого она качества. Также обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, выберите все сообщения для того, чтобы получать видео, извещение о том, что вышло новое видео на моем канале. Но сейчас я нахожусь в городе Львов, и у меня появилась такая возможность зайти на выставку, и я пришел засниму, что здесь есть. Что вас цикает, пытается? Дивлюсь поки. Поляк, раз, два, три, наша. Ті три по 150, 200, а ті без кольців по 50. Дякую. Красивые голуби. Кролики. А, але автівка є. Автівка є, а голуби десь немає і його немає. Гарний заєць. Це яка порода? Білобел. Дякую. А я думав, що вони більші на фотографіях. А вони взагалі... чуточку будуть більші, чуть-чуть. Взагалі як голуби. Більше, ширіше. Взагалі як голуби. А яєчко скільки грам? Як перепилив? Гарне яєчко. Першорічне, на другий рік буде більше. То гарне яєчко. Одне заміняє два домашніх калорійних. Воно концентрованіше. Перепилене ще менше і більше. Якщо маєте це тримати, то треба тримати саме краще, я розумію. Маю хороші індики, маю хороші повліни, фазани. Катечки. Це не погода не ще десь. Кури фаберолі, кури султанки.
Кролики, мед, голуби. Я струбив пульово. Голуби, кролик, 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 голуби. Прямо такі, то не знав, як такі вовчатки знаходять. Так, брама, куриця брама, біла колумбійська. Да. Голубей очень много голубей. Красивые. Шалвины, дутыши. Красивые, красивые голуби. Червоні ні, продаж. Але що, нема в нього вже. Та нема? Нема. Много разных голубей. Посмотрим еще этих. И потом пойдем дальше. Кролики. Выставка называется «Голуби и другие птицы». Но здесь есть голуби. О, внутри. Утки. Украина. Утечка Украины. Красавца. Ну и такая птичка еще есть. Как мне зараз дают за півтора. А я то знаешь, что мускусная утка.
Курочки, наверное. Красавцы. Мае 12-16. И натуральный. Что-то есть. И это красота. Ну, это не знаю. Как вам нравятся такие голуби? Напишите, пожалуйста. Какие клювы обратите внимание. Голуби, 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 ролики. Ролики, кролики, кролики. Кролики. Посмотрим здесь еще. Бетоночки. Мускусные утки. Корниш. Окей, кучеряю голубь. Голубы, 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 голубы. О, котички. Я ему казал, у него пьянет, дай мне кошельку пару, я тут. Голуби, голуби, голуби. У вас что-то такое незвичное, как у всех. Ты все голуби, голуби. Малесенькі. Гарні. Так, опять начался дождик. Почему не сделали в помещении, не знаю. Птички, птички, птички. Птички, птички, птички. Мускусы. Кролики. Так, идем дальше. Гуляем дальше. Так, это, наверное, кохи. Кохи, брама, кролики. Душа галапаса. $700-800 гривен кролики. Голуби, кому надо номер телефона. Какие хвосты. Красотища. Это вообще ростовский, блядь, вообще. Я же там не буду сегодня. Красота. О, какая птичка. Вот такого еще, кажется, не видел я голубя. Напишите в комментариях, или вы видели такие голуби, такого голубя. Голубь Бран, так я их условно называю. Голубь, голубь, голубь под зонтиком. О, курочки, курочки, карлики, кокольки. Да, давай, давай.
мускусы. Чего? Юр, чего? Да, вот. Голуби. Кролики. А булочки не всплывают даже. Торговля идет, люди покупают, продают. В основном голубей. Орпинский, наверное. О, гусик. Все, пиздец. Гусик, калмогор. Калмогоры, да? Такие сыли небесные, когда мы. Я заранее, мне был привезен рост пару. Холодно им все. Дуже жирні кукурудзу давав. Він каже, я не знав, у мені коли то подзвонили. Ти знаєш, чому сам сіна? Ну, біле велезні. Красотища. Я туди далі пішов. А веде? Ну, варіанто працювати. Нудрики. Хоч криски. Хаски ще. Добре, якщо щось надумаєш, я підійду до вас. Спочиваємо, Оксана, купимо цей. Накупимо. Ну что, друзья, погуляли мы с вами по выставке. Скажите, что вам понравилось, что не понравилось. Я, честно говоря, замерз, как эта птица, потому что не знаю, сколько градусов, но сырость 100%. И ветер, и очень холодно. Почему не сделали помещение, я не знаю. Ну, друзья, если вам понравилось... А, вот здесь я еще не был. Поэтому, если вам нравится... Птицы, кролики, утки. Пишите в комментариях. Что вам нравится, что вы держите. Мне будет очень интересно. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на канал. Попугайчики. Я про нього дуже добре знаю, цей лігу ляньо. Кролики, кролики, кролики. Ось це знову явище. Кохінхін карликовий. Так, кролики, кролики и птичка. Друзья, если понравилось, ставьте лайк. Что держите у себя в хозяйстве, пишите в комментариях, мне будет очень интересно. И до встречи в следующих видео. Пока!